Всем привет! Не планировала ничего сегодня снимать и выкладывать, но вот так бывает. В 7 часу вечера бежишь по улице, вспоминаешь, что пробегаешь мимо подружки с, может быть, не самым широким ассортиментом, но там, где есть Revolution, и понимаешь, что ну, заканчивается месяц, когда у тебя плюс скидка, надо зайти, как обычно, только посмотреть. Вот, только я решила, что пора экономить, как вот с такой маленькой-маленькой косметичечкой вышла из магазина подружка. Ну, правда, это было в корзинке с распродажами, такой целый пашкейс обошелся мне всего лишь 250 рублей, добротные эти кейсы. Вот, очень хороший материал, так что будет служить мне долго. Люблю такие косметички. И теперь самое главное, из-за чего первым делом, даже немножко отложив ночную работу и домашние дела, открываю вам эту косметичку. Собственно, вот, та-дам! Это она, палеточка Revolution Precious Stone Rose Quartz. Вот она моя красота. Все оттенки золотого, нюда. Извините, если я вас ослепила солнечным зайчиком. Я не специально. Что-то я как-то не очень набрала. Полюбовались, но это не самое главное, что я вам хотела показать. Самое главное – это, девочки, чек. Я зашла и обалдела. Смотрите. Так, ну ладно, это не смотрите, это женские штучки, но они тоже были. Крем тональный для лица Эйвелин выудила из корзин. У меня миллион лет ничего не было из косметики Эйвелин. Правда, в прошлом году я схватила тени жидкие, их попробовала, мне совсем не понравились. Я их куда-то делала, куда не помню. Вот, Эйвелин тональных кремов. Вообще не помню, было у меня когда-нибудь или нет. Тут обещают и SPF 10, и оттенки Ivory и Porcelain. То есть очень светлый и светлый. И срок годности аж до 22 года. Поэтому я даже вот, не знаю, я поборюсь с желанием открыть их прямо сейчас. Да использую пока то, что у меня открытое, меня более-менее устраивает. 99 рублей. Дальше. Блеск для губ Revolution. Да-да. 235 рублей. Они пошли по красным ценникам. И, собственно, это главная новость сегодняшнего вечера. В четверг на этой неделе в корзинах можете караулить эти блески. И я еще раз, если окажусь поблизости от подружки, где есть Revolution, забегу, а может быть даже специально в этот четверг попробую оказаться рядом с этими подружками. Ну, уж действительно, можно потратить поездку на метро, попробовать выловить еще этих блесков. Я их, кстати, скорее всего, вам купила. В одном из моих розыгрышей в ближайшее время они мелькнут. Так, дальше смотрим. Палетка теней Revolution 562 рубля. Да, она мне досталась за 562 рубля. И когда я подошла к стенду, там, естественно, среди уцененных палеток ничего, кроме тестеров, не стояло. Хотя нет, вот эти три стояли только тестеры. Еще моя любимая, только смелым покоряются моря, Fortune Favor the Brave. Фортуна благоволит смелым. Наверное, так это можно перевести с английского. Она тоже по оценке 600 рублей. Но ее вот не было совсем. Я попросила консультанта открыть ящички и посмотреть внизу. Так вот, из Precious Stone серии все три палетки были в наличии. И Дана как-то там дальше. Коллаборация с блогером вся по оценке по красным ценникам ушла. Она тоже вся была в наличии, но я посмотрела, мне эта палеточка интереснее по цветам показалась. Такие все оттенки
золота, бронзы и всего остального, учитывая текущий курс доллара, вот кто-то запасается гречкой, я запаслась коричнево-рыжей гаммой теней, в той палетке еще было больше рыже-коричневой гаммы, но в этой вот эти замечательные кремовые шиммеры, этот замечательный розовый, она все-таки мне показалась не такая безнадежно рыжая, как палеточка Даны. Так что поторопитесь в подружку. Так, где же еще мои уловы? Вот, по красным ценникам я решила бальзам для губ Revolution взять, 187 рублей. Называется он кондиционером для губ. Будет интересно попробовать, потому что вторым номером в составе масло ши, потом масло приносами, господи, миндаля, не смогла перевести. Так, вижу еще несколько масел. В общем, будет какая-то интересная штучка. Где у тебя срок годности? Не вижу срока годности, но надеюсь, он большой. Или тут вообще... А, не, написано до декабря аж 2021 года, поэтому даже не знаю, брать его сейчас в использование или нет. В общем, посмотрю, еще подумаю. Ну и жидкий хайлайтер Revolution. Что-то я его совсем проксимально вот так вот потянулась на эту полку и 363 рубля выложила. Вот долго думала, хочу его, не хочу. Хочу, не хочу. Там были совсем голографические зеленые цвета. А этот, ну, не зеленый все-таки. Что-то меня тянет на голографике последнее время. Он, конечно, тоже разваливается на отдельные блесточки. Ну, приятно так размазывается. Будет в моей коллекции жидкий хайлайтер для лица и тела. Вполне носибельного живого цвета. Летом, может быть, его просто на все тело пущу. Вот. Очень довольна своими покупками. Ну и еще из корзин просто вот в довесок к этой косметичке в той же цветовой гамме взяла маленькую расческу. Не то, чтобы у меня был дефицит расчесок, но я решила, что за 100 рублей расческа под цвет косметички это будет прикольно. Такая маленькая, хорошенькая, совсем дорожненькая. И по 39 рублей из той же корзины на лето мне улыбнулись зажимчики подкалывать волосы и заколочки, собственно, для той же цели. Так что вот такой у меня был улов в подружке. На этой неделе обязательно еще отснимаю другие покупки марта и выложу. Так что в четверг караульте Revolution в корзинах или добегайте, пока по красным ценникам не все разобрали. Такие у меня сегодня новости. А, забыла сказать, да, меня преследуют скретч-карты на 5% скидку на апрель в подружке. Поэтому хоть я уже купила на большую скидку, ну, на 15% точно в подружке. Но в апреле туда не пойду просто вот из принципа. Публично на себя беру обязательства в апреле 2020 года в магазине «Подружка» ничего не приобретать. Потому что, ну, эти карточки 5%-ные, ну, реально преследуют. Ну, там же столько все обещали. И кисти, и кейс для кистей, и спонжек. Нет, я все вытаскиваю эти карточки с 5% скидкой. Хоть начинай торговать ими. Вот, вроде все сказала. Ну, там у меня еще женские штучки, необходимые всем и каждому. Но я думаю, не стоит их освещать. Ладно, давайте откроем, чтобы уже до 10 минут дотерпеть. То мало ли, вдруг там YouTube рекламу лепит. Тикс. Не хочется открывать, чтобы не пошел срок годности. Но вот по цвету должно быть мое. Так-то оно хоть до следующей зимы может в загашнике лежать.
Сейчас уже скоро лето, поэтому, чтобы оно не портилось. Тут есть где-то значок после вскрытия, сколько оно годно? 6 месяцев, да, поэтому открывать к следующей зиме надо. Хотя зачем мне зимой в Москве SPF, кто его знает? Может, и сейчас открою. Кстати, в ближайшее время я не загорю. Не загорю. Вот тот же случай, не столько темный, сколько желтый тональник. Ну, не очень перекрывающий. В общем, решили, беру цвет айвори в использование сейчас. Вдруг он мне дико понравится. А то что, все в загашник-то в загашник. Так, ай, вот ты где? Все, вот этот беру в использование. Хайлайтер тоже будет в использовании, особенно летом. Палетку мы еще отдельно рассмотрим и всю просвотчим. Всем удачных покупок. Всем сбычи мечт. Пока-пока.